В предновогоднюю пору могут случаться удивительные вещи. Например, неожиданная встреча с Дедом Морозом или Снегурочкой. И если взрослых такой поворот событий не впечатлит, то дети просто в восторге. Такие моменты дарят им веру в чудеса. Именно одно из таких чудес произошло в Доме культуры села Новая Дофиновка. Команда Игоря Учителя помогла празднику добраться туда. Искренний детский смех, неподдельная радость и удивление заразили всех присутствующих весельем, и праздник прошел в волшебной атмосфере. Сегодня прекрасный воскресный день, мы находимся в Дофиновке, прекрасная погода, преддверие Нового года. Команда Игоря Учителя уже не первый год помогает проводить такие праздники на территории всего района. В Дофиновке, что меня очень сильно удивило и порадовало, это количество детей. Количество детей поражает, все смеются, веселятся, и, наверное, это преддверие Нового года самое главное. Дедушка Мороз знал, что дети вели себя послушно на протяжении всего года, поэтому подарки достались всем, а особо расторопным даже два. Сегодня мы приехали опять с праздником, подарили детям радость, счастье. Вот, праздник удался, подарков всем хватило, все довольны, все смеются. Все детки говорят, что слушаются Дедушка Мороза, так что год, я думаю, удался. Никто из организаторов не скрывал своего удовлетворения проведенным торжеством. Председатель сельсовета выразила отдельную благодарность за помощь в создании праздника команде Игоря Учителя. Праздники завжди проходять урочисто, весело, людно. Хочеться в першу чергу подякувати Ігорю Учителю за те, що провели таку організацію чудову цього свята. Лица присутствующих на мероприятии не покидала улыбка, ведь праздник подарил детям незабываемые эмоции, а родителям напомнил о том, как они сами были детьми. Команда Игоря Учителя не устает радовать маленьких жителей Лиманского района подарками и праздничным настроением.